Свой прогноз сегодня обнародовал и министр финансов Антон Силуанов, выступил в Совете Федерации. Мы в этом году ожидаем снижения доходов на 2,5 триллиона рублей, из 15 где-то триллионов объема доходов. Мы ожидаем увеличения дефицита бюджета до 3,7% ВВП. То есть ситуация такая, что мы ищем резервы, ищем возможности оптимизации расходов по всем буквально статьям. И сейчас мы предлагаем внесение изменений в законодательство в части определения порядка индексации. В чем логика этих изменений? Мы говорим о том, что самые нуждающиеся, самые социально незащищенные наши граждане должны получать индексацию, исходя из инфляции. Закон о заморозке индексации зарплат госслужащих, военных и судей до 2016 года Совет Федерации одобрил, а индексировать будут социальные выплаты. Их увеличат на 5,5%, а не на процент реальной инфляции, как это было раньше.